Вообще, качество, правильное качество выполнения заданий зависит от того, насколько вы слушаете внимательно. Вот вы уже невнимательно слушаете. Следовательно, вы можете выполнить не совсем так, как надо. Итак, первая пара пришла, отдает мяч второй паре. Все попарно разбились, да, все готовы и ждут. Вторая пара принимает мяч, выполняет то же самое, передает третий. Как только третья пара возвращается, выступает за стартовую финишную линию, первый поднимает руку. Все, задание окончено. Так, третий, четвертый разобрались. Вероника, звук выключила. Вероника. Все. Молодец. За стартовую линию. Где стартовая линия? Договорились же, ждать назад, двигайтесь. Бегом быстрее, скорее. Молодцы. Третий отряд чуток тормозит, а так все хорошечно. Все, готово? Аккуратно там на развороте, я вам говорю, аккуратно, вы вдвоем там не втеснитесь, по одному проходите, бочком. На старт. Внимание. Погода сегодня вообще не солнечная. Вообще.